разуме – залог выживания. И смотри, под дылом ты, например, можешь брать, ну, бин. Да, либо имеет смысл тоже оставлять его. Я не знаю, не помню, сколько он стоит. Опять сыгранная команда. А, не все 50. Не, не все 50. Ну, дым весь 50. Такс. Бежим налево. Здесь закрытая дверь. Ну, наверное, реально стоит Денису по дыму брать бин, чтобы у нас было преимущество. Две больших банки, Феникс и аптека. Может ли он дать их это все? Я сейчас пойму просто, как карта устроена. Это уже другая сейчас, нет? Это все тоже. Так. Они очень отличаются, так что их не перепутаешь. Бин вот прям за этими ящиками лежит. Погодите, их тут нет. Слева, да? Заходит. Так, справа. Двое справа. Я вообще их не увидел. А, Ахтын бежит. Аккуратно. Надо лево запустить. Тим. Сбил Ахтына. Меня бы никто не сбил бы. Отойди, Денис, отойди, отойди. Отойди под бой. У меня здесь лайфлайн, сзади вас. Понял. Help me здесь без хп. Здесь Мангалора тоже бегает. Блять, я тупанул, на нее нажал, она восстанавливается большой банкой. Бежит к тебе сейчас. Лайфлайн охеревшая, просто взошла в спину. Не думал, что они такие умные. Один, короче, рашит, отвлекает внимание, ему дело. Тут оружие говняное. Вы так же? Здесь закрытая дверь. Шу. Ну чё, я бочки пытаюсь поставить, я не успеваю даже все поставить. Сейчас очень быстро все снесли. Я с левой стороны. МХУ их надо только в самый момент пекла ставить, потому что иначе их разбивать просто. Двое тут на мне, мне много дали, я лечусь фул. Бегут за тобой. Ну, подкаверить, значит. Вообще не понимаю, где кто. Банге 40, бангу разломал, лайфлайн упала вниз, она пойдет. Забежите, бежит, вообще на меня выйдите просто. О. Я здесь застроюсь. Надо его ёбнуть. 45 дам, кракнул. 70. Убил. Восстанавливать банкой. Так, надо. Мне надо фул. Каверите меня. Денис, кавери меня. Здесь банга. Мне кажется, они поднимут, блядь. Из-за этого дыма ссаного ничего не видно. На мне лайфлайн внизу. Ну, я не сейчас лайн. Не-не. Лайфлайн. А, да, лайфлайн. Бля, они подняли, конечно. Пошли к слэйру сейчас. Нет, да я тут. Я с шотганом, если что. Блин, это лайфлайн охерев. Мне нужны щиты. Так что щиты тут? Бин нельзя. Давайте я возьму бин. Да. Бежи внутрь, короче. Взял бин. Выкидываю. Горят там. Вижу, бежит лайфлайн. И двое бегут, Бангалор и Лайфлайн, вот тут. Аккуратно, я сейчас... Заходи в спину, да, Денис? Дверь смотрю. Здесь со мной. Они, ну, стой, затягивай. Сбил, сбил. Аккуратно. Заходи, вдвоём жать учите. Угу. У меня щиты нужны? У меня нет. От банга идет к вам, и я иду к банге. Какол? Бля, меня сбил. Мне все слэп. Аккуратно ставим спину. Спины, со спины, быстрее, слэп. Походи, он один. Убил. Хорош, нормально. Хорошо, что стены прозрачные тут. Окошко видно. Ну да, нет, развернулась, побежала, я сразу понял, надо идти. Так, каждый раунд надо новые пушки купить, да? Угу. Все, понял. И банки тоже. А суперы остаются, если ты не потратил. Супер, да, остается.
Ну, банги. Супер здесь, наверное, не надо, надо использовать. Банги супер смешно. В закрытом помещении вообще бесполезно. Имеется в виду ульт. Я вправо иду. Угу. Как они так стреляют? Я их даже не вижу. Тут двое. Дал 35. Тут банга, походу. Граната, граната. Оббегает здесь. Где? Где-то здесь слышал, подняли. Я не вижу их. Я бегу к вам. Добивай сразу. Добивать надо. Тут Wi-Fi у них. Можешь банки брать. Хороший плей. На нас. Каварю, 40 снял. Там убиваем всех со спидфайра. Там вообще без хп. Убил. Добился. Это лайфлайн нокнулось. Help me, help me. Куда вы побежали-то? С другой стороны обойду. Жизни нет. Не стреляй, если. Я решил, лайфлайн добил. Все. Молодцы. Денис со спидфайром, серьезно? Да я подобрал у этого. Забавно. Джон Рэмбо вышел, ёпта. Так, направо. The right. Денису больше всего дамаг из всей команды у нас. Четко. Молоток. Пока Supreme пьянствует, у нас тут развал кабинетов. Новый Supreme. Еще одна переменная тела. Меня бегает, Денис. Мужика, вы бегут на меня. Снизу двое. Или один. Я, кажется, слушаю их. Да! Вот тут. 90 дал. Ой, 90, 50 где-то. Лайфлайн сломал щит лайфлайн. Ловушка с газом установлена. Может бин взять? Слэй, возьми бин. Хорошо. Они сейчас будут бежать с этого же места. Взял бин. Я пытаюсь все бочки поставить. Стреляют по бочкам тут. Взял, дал, возьмите. Взял все. Все, что было. Нет, а что мне оставить? Ну ладно, не надо, не надо. Лайфлайн разбил говно вообще. У него 50 хп осталось. Весь щит сломан. Отсюда смеет. Угу. Аккуратно, аккуратно. Понял. Подбегает сюда, в эту дверь. Я снизу где-то. От бочки играть? Не-не-не, они все тут. Все тут, в центре. Понял. Я блокирую здесь двери, короче, потому что, по-моему, они не могут убежать отсюда. Ну, тут видишь зону еще? Зону мы как бы держим. Кинул им зажигалку, но они не горят. Тут бы бочка не помешала, они, кажется, втроем. Все уже закончились. Все, ага, понял. Я там три заставил, они все закончились. Мне больно дали, лечусь. Лайфлайн ног. Они будут оживлять. Как он? Сейчас он вот здесь будет оживлять лайфлайн. Они оживляют лайфлайн. Идем, идем. Бангалор 50, Бангалор сломал. Бангалор убейте. 5. Молодцы. Красавцы. Фух. Эти, да, эти не знали, что с бочками делал. Угу. Эти прям боялись и пушить, как будто. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот так вот, ребятки. Ушак играл как оборонный персонаж, поэтому ноль убийств. Нет, без Шакина они бы постоянно заходили бы с всех сторон.